перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Решил выйти в трансу впервые в этом шалае. Ты когда трансфер приходил? Мы с 1300. Нормально. Давай больше. Босс. Эй, босс. Трах. Как ссылку прикрепить? Можно ссылку, да, прикрепить? Ссылку. Хуй знает. Можно в октябре спросить. Я не помню. А кто-нибудь может сюда ссылку залить на Linkfire? Он не могу тебе... А можешь посмотреть его? В посте в этом, в группе. А, да, вот тут. Не-не, просто покажи мне, я напишу. lnk.tu/ice ЛНК. Ту. TO/ICE Давай еще говно так. Вот. Я могу прыгнуть. Только давай тогда ногами вперед ебало. Как его поймать? Закрепи. А, вот закрепить. Все. Красава. Ну, вроде с комментария ты не можешь нажать на ссылку. Ты можешь только увидеть. Ладно. Она легко печатается. Печатайте сами, заходите, блядь, в Safari, блядь, и печатайте, блядь. lnk.to/ice Еще раз. lnk.to/ice Скачайте альбом, точнее, слушайте его. Да, я просто хотел дофига сыра. Я нашел эту блюдо, да. Хорош, нормально. Сыра много. Это то, что я хотел. А можно перцы, пожалуйста? Привет, привет, привет. Здесь привет. Красный перец. Роберту привет. А что ты? Ты же просто ждешь, пока больше будет? Ну, да нет, типа просто никто ничего не спрашивает. Всем привет. Всем васап, мы курим огромные джелато джойнсы в этой гостинице Петербурга. И я вам хочу сказать, что у Назара вышел альбом. Здесь диджей Эклер, здесь Лео Кристалл, здесь Магнум. Здесь сироп. Здесь сироп. Ебаный в рот эклер и сироп мы пьем, а потом заедаем его. О. Салют всем, короче. Есть у кого о чем поговорить. Я думаю, есть повод, что... я не выходил в трансу никогда. Я думаю, что вам всем надо взять и зарепостить альбом на своем ВК, если вы еще этого не сделали, потому что это новое дерьмо, новое движение. Это обладает, это айскрим. Спасибо большое. Казахстан будет, да. Дэдбот занимается этим вопросом очень активно. Очень активно. Сироп. Кто слушал Enter? Это тот самый сироп. Виталий, салют. Сочи. Алматы будет. Давай со мной по локацию, дело как знаешь. Люд, спасибо. Привет. Я постригся, я не стригся, пока я писал альбом. Очень долго. Мы кушаем. Как вы думаете, что? Нет, это не волк. Но могу быть волк. Спасибо. Бля, так выпить хочется, а Улан не пьет. Мы все подождем Улана.
Про Заводск будет? Уфа будет. Уфа будет. Шараут. Олды. Олды. Где вы, Олды? Я хочу это услышать и увидеть. Где от нуля до ста? Где грайн? Гра, стиль. Читка в стиле грайнд. Нормально слышно, кстати, я по наушникам. Неизвестно как там. Саратов. Концерт в Питере. Концерт в Питере будет 1 февраля. А что ты? Ну я не буду кушать трансляцию, чего. Я помню, запустил трансляцию 100 лет назад, когда был первый концерт в Питере, и я сидел, ел вишенки. Я посмотрел, потом видос залили, я, это так стрёмно, когда ты сидишь и ешь типа, перед всеми. Не позволю. Да, можешь съесть, босс. Надо на что-то посмотреть. Грайм, можно грайм. Вот. Да, босс. Вот, босс, видите? Приятного аппетита, Назару. Шараут, Атарчик. Я приеду в Москву, кстати, скоро. Горилла не знает про бейп. Расскажу тебе скоро. Спасибо. Казань. Да будет, там сейчас еще будет большой дроп городов. Европа. Вот с Украиной решается вопрос. Но он непростой, в смысле, там есть. Из-за каких-то проблем. Там была история, почему так. Европа и новые города в России. Это не просто так решил вот все равно. Ну, понятно, с чем это связано. В России умеют делать только сырные ризотто. Сыр никак не испортишь, чтобы накидал, растаял. Мне нравится очень сильно такси, Марс, Бэйн и Билли Джин. 4 вот я выделю. Ну, вообще, всем доволен. Калуга. Иваново. Не знаю, не помню. Чебоксары будут. Вопросы Васк. Это жестко. Чуваки, давайте покушаем, выпьем. Да, я готов. Куцк. Тоже очень жду. Очень жду. Дворец спорта, труд. Я не буду. Это не по-мужски. Да по-душинному как-то, брат. Не-не-не. Не-не-не, ребят. Кто? Не знаю. В смысле? Ты с нами не чокнешься? Да. Я покажу на колонку. Стой, запьёт. Калининград будет Калининград, и Нижний будет, все уже есть на сайте, можете посмотреть, там будет обновлять на самом деле инфа до основного дропа, поэтому будет на сайте обновление, но может быть я не буду это выкладывать, просто поэтому можете сайт чекать, там будет появляться города. Будут появляться короче, биф в R&B-клубе внутри там начался, за рюмки вот. Все пьют, должны пить все. Если один человек говорит, типа, не хочу, я тоже не хочу. Босса решили отметить лист. Не все пьют. Жестко в России. Привыкай. Я буду, кстати, в Лондоне с 12 декабря по 23. Поэтому, если есть кто из Лондона, если есть фотограф или видеограф, то это будет круто. Напишите директ, напишите на почту лучше. Поэтому Лондон в коннект. Блять, я залил вот это. Тур начнется с января, с 19 числа. 19-е. Тоже как-то? По-моему, 19 число, да.
Спасибо, босс. Кушаю. На проехать уже? Стейки самые известные. Да, все, подъехали уже. Тушенка и... В Туле я буду не один, далеко не один. Не, знаешь, есть скоро вы узнаете, возможно, кто будет в Туле. Но это не факт, еще не подтвержденный факт. Беларусь. Сейчас мы выходим. Стейк Беларусь. Да. Это вот Россия, в Минске там, Минске все можно. Минске можно стейк для Беляру и ебану. Не, Назар, покушаем. Да я не хочу. Не будешь хавать? Ну кушай. Я же не себя заказал. Съест, он же сейчас все съест. Да кушай, кушай. Ладно, я жму. Да, конечно. Да, можешь плитку взять. А нет, больше. А вот, есть там. Я хочу вас сразу. А в клубе у нас в Райдерс только хавки мы взяли или что? Поле пригласили. Чтобы хавки такое было. У вас, кстати, что там интересного есть в Райдере, какая-нибудь зимка? Да, у нас Олен Райдер. Екатеринбург, конечно, будет. В общем, у нас Федука, Райдер, Лиз Фити, репостите, слушайте. Типа, если там, если надо что-то послушать, тур, то скоро новое обновление. Может быть, буду выходить все почаще. Может быть, буду в ближайшее время еще пообщаться без какой-то суматохи. Нормально пообщаемся, поговорим. Вот. Лиз холодный и сладкий одновременно. Спасибо всем. Нет, всем, кто оценил, всем, кто понял. Кто не понял, вы поймете. Поймете. Если не поймете, значит, это для вас будет. Когда замечу что-нибудь, знаешь, что я бы хотел? Ярослава будет. Самое важное сейчас полотенце. В Питере первого короля. Ебанавтика без полотенца. Здесь полотенце. Все. Всех обнял и поднял. Спасибо большое всем за поддержку.